Газку, вот сейчас газку, когда на выходе, газку надо давать. Все, все, да давай, ну ось, подъеду вот отсюда. Красиво. Красивая эвакуация, но я не успел как-то. Так, тогда трос, трос, трос. У тебя еще есть попытка. Я несу. Это фантастическая эвакуация будет просто. Все, прямо? Здорово, стой, Лю! Трос! Ой, спасибо, спасибо. А то сейчас пол кузова мне выделить. Денис, давно рессором лучше, чем уже. Давай, он будет... Она длиннее. Длиннее она. А у меня сзади толкать будет, да? Давайте УАЗик попросим сюда заскочить. Он, думаешь, не зайдет? А он и пошел за ним. Там одно, знаешь как, пружины разные бывают. Короткие, длинные. Что там шумит у тебя? А? Что там шумит? У меня мост трусом валил. Это мелочь. Он у меня уже хрустел, я ждал, пока он уже... Тут один усиленный, другой объем. Отличная машина, да? Между прочим, вот такая незаметная в городе. Ну да. Редкая такая, но отличная машина. Ford Ranger. Ну редкая это да. Редкая. Особо я на них этих не видел, как сказать, поклонников. Она мне нравится, она не совсем удобна, да, длинная, потому что. Прицел мы стоим. Наверное. Ну это поинтереснее горка. Она такая незаметная, но она поинтереснее. Как хочешь. Рок-кроулинг. Да есть. Заезжает машина. На джиперы в Северной Осетии, Алании, вот в Осетии, грубо говоря. Называется игра в заказного. Играют сами между собой. Вот, ну как бы один берет, заказывает. Не играл никогда вот в заказного. В принципе и в волейболе, и в футболе можно им играть, и в баскетболе. Вот. То есть он берет, и остальные за ним должны взять. Здесь этот на ралли-рейдовской машине, на машине Леонтьев, когда к шелковому пути готовился, он сюда на карьер приехал, мне звонили, я говорит, можно испытать, я говорю, приезжайте. И вот он вот на эту горку тоже не смог заехать. Он на ту заехал, на эту нет. Ее только сходу надо брать. С разгону, только с разгону.
Ать! С разгону! Я говорю, только с разгону. Сюда вот на точно такой же машине Леонтьев, вот Автоплюс. Вот он сюда залетал, на такой же машине. Только на ралли-рейдовской. Для шелка. Это обычный чемпион, не пройдешь. Пройдет. Почему УАЗики сюда заезжали, таблетка сюда заезжали. Луганск въезжал, я видел. Ну, у них там, может, что-то подготовлено. Ну, давай. О! Рыхло. Если понимаешь, если было бы подморожено, она бы это... Нет, он не зайдет. Очень рыхло. Тогда она еще на заезжали... диагоналку кое-где, видишь, идет. Да, когда заезжали, было жестко. Вот Дэн заедет. Песок. Дэн заедет сюда. Кто заедет? Дэн, Дэн. А что у вас за участник такой в этот? Джип-трейлер такой с черепом на капоте, УАЗик у него. Я не помню. Который тоже без тормозов есть. Мотора нету. А, вторая. А на первой скорости нет. Не-не. А вот... на первой скорости мотора нет. Вот с утра бы было подморожено, может быть, и заехал бы. Я бы, кстати, заехал бы. А вот сейчас рыхло очень. Я думаю, Нива обычная с завода М-ка. Простая тайга. Залетит. Скорости не хватает. А у него движок слабый, ховер. Ты этот ставь туда метку, вот эту баночку, типа кто туда заехал, ну докуда он заехал. Дед, я тебя прошу, только с разгону. Все колеса ж пошире. Все, оставляй, поломаешь. Да. Да, давай. Нет. Она уже вот здесь коснулась. И так за свои деньги нормальная вещь. Опа, красавчик. Только с разгону. Без разгона не пытайся, не зайдет. Туда встань. Да. Да, ну подъем сколько градусов? 30 нету. Нашу яму такую раскатали. Вот он, как он сделает. А вот там есть вот так туда взять. А вот тут они проезд, вот это. Без колес действительно было перевез. Я потом говорю, попробуйте. Видишь, он только так даже проезжает. Потому что они вот тут вот буксуются.
А с ними колеса вот сейчас. Хотя, дадим, может кинуть его сюда. Куда бы я ему накопал? Я что тебе говорил, вот ты думаешь, он бы вот так бы не прошел вот отсюда? Если? Прошел, мне кажется. Вот смотри, между, если пустить, а вот здесь уже его вывернут туда. Вам успеется, его и стачет самого вот здесь. Вот эту хрень просто, тоже пшай. Что она сухая? Что, толкать его? Толкаем. Да, он сейчас я заехал, Игорек. Ну да. На Митсубиси. Ты вот до сюда только доехал. Вот до сюда доехал. Мы его толкнем с горки вниз, а что? На горке застрял, представь. Спина перед задним колесом. Не, ну давай. Этот, ты его вот туда, вот оттуда, сюда его, сбоку, бок ему сюда, нагни, чтобы он коснулся земли. Не знаю. А? Слушай, не надо, за песок, он видишь. Аж дым идет. Стой. А ну че? Я еще хотел тут дорогу делать. Ты хотел? Куда, наверное, 26-го? Трассу-то? Ну да, такой участок, раз перепрыг. Где бы Давай, сейчас он его счистит. Ну, мне кажется, если дело то, что катают его. Кусокчик-то. Нет? Сверху вниз если вот. Вот так вот раз, вот да. Так раз. Все, сдался бы. Это у Дэна колесо висит заднее, мне кажется. Висит. А что она для этого? А, фотосессия у них. Все понял. Закиплю. А здесь его надо пустить вот сюда, по этим, вот пустить его, вот так, чтобы он его, грунт ему туда скинул, и все. Сходи. Зря ты скорость сбавил, блин. Зачем скорость сбавил? Это ж гора. Не столько по инерции, с таким грунтом. Может, вы видели, всегда в группе видео выкладываю вот американские вот эти вот рок-кроулинг. Вот точилы. Наоборот, туда, да, вот там. Больше газу. Больше раздув. Я понял, меня тоже стаскивает. Ты как пуля. Инерцию дай и кручение еще. Для стабилизации. Давай понижать, а тапка в пол. Не, мотора. Сейчас накопаем и делаем вот потом. Наоборот, выровняться сейчас все. Вот он уже почти сосал. Да.
туда его больше пускай, в ту сторону. Чтобы деревья падали, значит. Не, вот и скинь обратно. Этот, Витёк, Вить, вот ты знаешь, как ему скажи? Его ошибка знаешь, чем? То, что он начинает отсюда, начинает. Он тоже оттуда начинает, с той стороны. Понимаешь, что это? Надо начинать не с коли, а вон с того островка. Не, я бы на спорте влетел бы сюда, не фыссать там. На чем? На спорте. В чем? Ну такой же, только у него елка. А. Да-д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 а. Рекорд поставил. А, я видел. Стой, стой, стой! Стой, остановись! Смотри, что я тебе хочу сказать. Вот, выслушай меня. Знаешь, почему тебя стаскивают? Потому что у тебя задние колеса еще на этой, на старой коле. Ты должен чуть-чуть вот с этой стороны старт делать. Хер, я близко к деревьям боюсь, потому что кидает машинку туда-сюда. Да куда она, куда ты с коли денешься? Вот твое колесо вот здесь должно пройти. Вот это колесо должно вот здесь пройти. Поэтому ты вон оттуда стартуй. Понимаешь? Не с той коли, а вон оттуда стартуй. С той стороны. Она уже почти выровнялась. Ладно, сейчас попробую. Ну давай. Только дай ему в тапку хорошо, не бойся, не ударишься. Я даю уже. Еще чуть-чуть. Не хватает движка. Вот сейчас. Он на фотосессии. Топани снизу. Снизу топани. Молодец. Давай, 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 давай. Топи, 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 топи. Давай, 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 давай. Стоп. И вот точно так же еще, точно так же. Только разгон не отсюда давай, а прям снизу ему сразу в тапку дай. Не хватало, мать. Чуть-чуть не хватай. Заведи, заведи. Не-не-не-не, не копай себе яму, не копай. Спусти его до конца. Вытягивает ли это, снижайте. Ну я тебе говорю, вон оттуда, с самого низу, вот. Как я тебе сказал, правее, вот оттуда ему дай, и он вылетит. А? Да нет, она накопает. Грунт рыхлый. Снизу казалось, такая гора простая. У меня глаз наметан. Когда мне на форуме говорят некоторые, что что ты, говорит, понимаешь там, что ты это, то я мне становится это так смешно. Ну да, есть у нас там эти. А поэтому что-то такой скандал разразился у вас? Не поэтому, там причины, я не знаю причины. Ревность. А кто? Не копай, не копай. Лёха, протопчи дорогу. Я не знаю причину. Вот сейчас он залетит тут вверх. Да, бля, чуть-чуть. Ой, подвяжусь туда. Все ямы засыпал уже. Ну я ж тебе говорю. Вон там две ямы, смотри, как сыпал, да? Вот какие были они, как и сейчас. Правей, правей бери, правей чуть-чуть. Там соревнования где-нибудь в середине не ездишь, а заебись-то. А ты боялся, я ж тебе говорю. Слушай, да, мастера. Страшно за машину-то все-таки. Да что страшно, это нормально. Бля, Лёха, а чувствуется, движка не хватает. Не хватает, не хватает. На понижайке? Точно на понижайке, естественно. L200, сюда бы, блядь, чемпион. А сколько у тебя? 163. Ну, а как? О, да. Отойди, отойди, УАЗик, по-моему, сейчас сюда. Да, блядь. У него мотора нету, лишь бы он не копал. Это большая ошибка. Как только машина в песке остановилась, сразу надо останавливаться. И назад, сразу. Вторую пониженную. У него мотор древний еще, да, 75 лошадок. Ну, тогда не заедет он. Сюда Хантер с плитой.
скорость. Не копай! Не копай! Мать твою! Мотора нету там. Мало, мало. 136 для 2 тонн. Маш, маловато. Наделай машину! Да-да-да-да-да! Не копай, не копай, не копай, не копай! Нормально. Дэна, давайте этот попросим. Тоже интересно, войдет он, нет, сюда? Дэн? Да. Зайдет. Должен. Зайдет. Ну, у него 2,2 мотор, в принципе, слабоватый тоже. Да. Ну, там лошадей побольше у него. Да? У него что-то под 160. Да. Не, я тебе сразу говорю, нет. Не вариант. О! Вон тот заедет, вон. Красный. Да, он легенький. Портес, мне кажется, не войдет. Он легкий. У тебя что за движок стоит? Обычный. Вот где-то за 1000, за 10 можно купить 3-литровую сотку. Движка не хватает. Обычный. Вот я тебе клянусь, 3-литровую сотку, да. И вот на этой коробке, да, он будет тебе расчет творить. Он копейки стоит, тем более сейчас документы не нужны. Закинь его, закинул, все. Да. Дед! У меня на УАЗике точно так же. 3-литровый мотор 2,98 я поставил. Знаешь, что начал творить? Да ладно! Чё не так? Ты разгон знаешь где бери? Прямо с самого низу. Прямо вот так встань в горку, смотри. Нет. Вот так встань в горку и прямо оттуда его встань. Я тебе кинусь, он залетит. Второй, я израл, не хватает, пошли. Вот с горки стартани, прямо сверху вот так. Сейчас зайдет. Он должен. Не, ну с таким движком, с такой резиной. Вот оттуда топи! Нет, вот минус. Что не так? Я не понимаю. Нормально, а чуть с колеи скорость теряется, вязнет в этой. Раскатаешь, по раскатанному нормально идет. Видишь, 200 залетел сюда. Чуть-чуть жопу не оторвал от киселек, кстати. Когда ты вот туда, раз, нормально. А когда ты пошел вниз, естественно. Я думаю, ты сейчас его вот так себе подожжем. Что не так? Леса не хватает. Блокировки, нет. Попробуй вот так, потом руляй сюда, да. Большой скорость, может, тебя сносит. Лё, вот наоборот. Пробуй, надо. Натяг, попробуй, Слав, натягу сюда. Да какой натяг, тут песок. Копай. Эти ему ногой скинь ему эти. Вот эти вот борта, вон те. Скинь ногой вот эти борта. Да не, он едет, сейчас попробуй. Просто надо пробовать.
Надо топить, топить надо. Надо топить, да. Только на скорости, поверь, я в горах вырос. Ну попробуй прочувствовать почву. Понимаешь, он сейчас может в натяжку до сюда дойдет, раскатает, а потом ходом вот здесь вот выпрыгнет. Пробовали они все, пробовали, не получается. Здесь чисто на инерцию движения. Ему вот сюда надо выскочить, вот сюда, и все. О, мелкий! Здоров, как? Я так рад тебя. Нет, мы просто катаемся. Как ты? Походу горка окажется непокоренной, кроме тебя. Посмотрим. А? Да это я туда на Ауди на передний привод не заехал. Да серьезно, у меня запись даже. Отойди. Гонки будут 26 по 27. Вот. Ну не совсем вот. Чай видал? Нет, что там? Я сосна все время это пугала. Я тебе серьезно говорю, как я сказал, сотку движок, да, вот за копейки купить трехлитровый мотор. Инжектор, карбюратор К-151. Карбюратор лучше? Лучше. К-151 карбюратор берешь. Единственное, надо так отрегулировать, чтобы он, у него как бы, газ нажимаешь, только один жиклер открывается. 406-й, конечно. Нет. Трехлитровый на УАЗе, 421. Надо попробовать. А не инжектор? Нет. Есть инжекторные тоже, но их на таблетке. Красненький! Кия! Потому что тут вообще не раскатано. Он там не катал. Нет, попробуй. Пак, попробуй на своем. У тебя резина менее, это самое. Да не зайдет он. Не зайдет, у него нету колеса, не винтит он. Не зайдет он, я тебе говорю. Тяжелая резина, мелкая. Да ладно, попробуй. А если мотокросс будет? Замороженный вообще сюда не заедешь. Но он скользкий, да, не забывай про это. Он как мыло становится. Девочки, у нас есть один победитель, это вот на этой горе, это L200, больше пока этих нет. Не, я не пойду сюда. Ты? На спортаже не поеду. Да тут легко все, что ты боишься. Что? Ну не считай, вот эти ямы. Да это ерунда, это песок, он чистится. Тем более у тебя дно там ржавое немножко, как раз почистишь. Топи! Не надо топить. Правее, левее, Лю! Наоборот, левее, наоборот, левее. А где это? Смотри, я вот им в тот раз L200 подсказал. Знаешь, почему ты попадаешь в эти колеса? Потому что у тебя задние колеса там. Тебе надо стартовать вот отсюда. И немножко, видишь вот это вот? Там проблема в том, что вон там вон яма. Дерево это ерунда, тут до дерева не дойдешь, потому что фиш какой там. То есть вот сюда, с этой стороны берешь. И ты какую скорость сейчас поставил? Вторую. На второй сначала только не буксуй. Как только почувствовал, что ты забуксовал, все, сразу скатывайся. Вот отсюда. Вот отсюда и вот так ее поведи машину. Вот видишь, вот слева. Пока она не пойдет, ну первую тогда. И отсюда разгон бери. Вот отсюда, вот до вот этого места ты должен уже разогнаться. Сверху не пытайся разгоняться. Сразу зароешься.
Колеса узкие. Нет, слышишь, не зайдет она. Не ломай ее, оставь ее, она не зайдет. Потому что колеса маленькие и узкие. Но одна только машина заехала и все. Да. L200 только зашел. Здравствуй, друг. Привет. Как ты? Тихонечко. У меня такая М-ка была. Я не зайду сюда так. А почему? Думаешь? Уверен. Только без пассажиров. Сейчас позвоню, что бы я в будущем. Вот отсюда спустишься, вот отсюда, вот так. Отсюда, да, только отсюда спускайся. Не из отсюда, а вот отсюда спустишься. Да, 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 да. У нее колеса узенькие. Ну да. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ко мне ближе. Во, 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 во. И до конца не спускайся. Вот так морду сунь туда свою. Просто морду сунь. Сунь, еще сунь, еще сунь, еще сунь. Вот еще сунь, еще сунь, еще сунь, еще сунь, еще, 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 еще. Стоп! Вот теперь поставь первую. У тебя вторая хорошо, она. Пониженная стоит? Блокировка где-то не стала. Или в мостах. Нет, в мостах нет, так что стандартно. Вот видишь, колью людей. Ага. То есть постарайся сделать так, чтобы ты. Вот видишь, вот дерево, где у тебя веревочка. Чтоб до туда ты дошел по вот как бы по центрикам. И как только забуксуешь, не рой. Сразу останавливайся. Уже как только ты остановился. Не рой, ты туда не зайдешь. Сразу останавливайся и скатывайся аккуратно на скорости назад. И вот отсюда топи. Вот ты отсюда туда. Давай, давай, давай. Да нет. Нет, пускай по прямой идет. Да? Давай, давай, давай. Поехали. 4 на 4. Нет, не получается. Тогда вот опять заедь. Ты сейчас на первой шел? Второй. На первой. У тебя хватало движка? Ты как почувствовал? Значит, первую бери. Давай, 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 давай. Хоп, хорош. Ты должен разогнаться, знаешь, откуда? Вот отсюда. Вот до вот туда ты уже максимальную скорость должен набрать. Но не надо ее туда уже, она туда у тебя не зайдет. Вот прям по центру так ее пускай. Прям по центру. Никуда не смотри. Топи! Его стаскивает почему-то. Вот ты заедешь, 100%, вот я тебе 100% заедешь. Наверное, не заедешь. Что, L200 как туда залетел? Причем там было еще страшнее, чем сейчас. Сейчас посмотрим, что Борис Федорович показывает. БФ? Да. Ты что, разозлился? Да, попробуй. Слышишь? Вот так. Вот отсюда встань и прям постарайся инерцию эту использовать. Даже на второй попробуй. Не рой, не рой. Ванька точили, наш брательник молодой. Может, так, мне попробовать? На квадрике? Сейчас после УАЗика попробуешь. Только назад не завались. А. Хорош! Блокировка? Полностью заблокирован. Я не знаю, вроде бы с вами сразу читаю. Но заблокирован нельзя сильно разумать. Давай! Вторую! Вообще их надо убирать. Блин, я боюсь. Да не копай, ну тут там нереально.
какой натяг? Там 30 градусов, натяг, какой натяг? Ладно. Во-во, вот тут. Ага, стаскивай. Там нужен только мотор и колеса. Больше ничего. И душок. Нет. Так, пацаны. Он поедет? Вот, свернул. Он поедет сейчас? Ну и колесики, смотри. Что это за резина? Это какая-нибудь... Лысая. Штаб. Это типа... Обхитрил. Молодец. Давай сделаем. Я маленький. Инерции колес. Нет. Так. Они у меня хоть не стерты, не маленькие. Так у меня такая же резина валяется в портаже, бывшая. Это белая шина. У меня такая же валяется. Хорошая шина. Я боюсь. Да какая она хорошая? Нет? Не, вообще, это не резина. Хватает мощный мотор. Да, не винтит. Он, знаешь, в чем фишка? Он же вот отсюда, от равнины, вон до туда уже должен максимальную скорость набрать. Да, надо километров где-то 35 набрать в час, и он сам залетит. Даже если ты уже сцепление нажмешь, он сам уже туда залетит. Инерция. Не, я не поеду. Ты очкуешь? Я боюсь. Я перевернусь. Это две большие разницы. Не, а ты попробуй в натяг. Почему? Ты с разгона что будешь брать? Я попробую без разгона. Не, я говорю, попробуй без разгона. Я думал, по трассе тут уже возьмешь. Да, конечно, тут. Это не машина.